Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy Z Fold 3 включить режим энергосбережения. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт обслуживания устройства, нажимаем на батарею. И здесь включаем режим энергосбережения. Точно так же он выключается. Чтобы не заходить каждый раз в настройки, можем просто открыть шторку и здесь найти режим энергосбережения. И включаем его. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!